Я очень люблю врачей, лечиться, медицину, я им верю, доверяю. Но когда такие вот идут странные, вот именно какие-то точечные истории, они вызывают у меня небольшое подозрение, и я стараюсь их от себя прогонять. Удивительным образом, я была в Корее года 4 назад. Это удивительная, чистая страна, где нереальные штрафы за выброшенный мусор. Не дай бог, ты старый холодильник вынес или какую-нибудь еще батарейку не туда выкинул. Я вообще не понимаю, как это возможно у них, но тем не менее. Там пандемии или какие-то вирусы, они вообще возникают и пропадают. Мне кажется, что самое страшное напасть нашего времени – это рак. И вот этого действительно нужно бояться. Ну, в таком, без паники, проверяться, профилактически делать все мероприятия. А эта история, ну, не ездить в Корею и их какое-то время их не пускать к нам, ну, чтобы какой-то был барьер. Вот, а в остальном я почему-то на это внимание не обращаю.